Счастье любви не добьешься. но ну, тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают, знают. В эфире передача Формула семьи. Всем добрый день! С вами передача Формула семьи 1 июня 14.00. С Днем защиты детей, с первым днем лета мы, Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников, всех поздравляем. Надеемся, что хоть у кого-то лето началось не с 15 градусов тепла, как у нас в Москве. Вы, кстати, позвоните нам или как-то сообщите, какая у вас температура. Мы хоть за вас порадуемся. Погреемся за вас. Ну, здравствуйте, да? Эли, Здравствуйте, все радиослушатели. У нас сегодня с вами эфир, посвященный он на самом деле посвящен тому чтобы мы могли немножко заглянуть в мужскую душу об уважении будем говорить но он не столько про общение он гораздо шире это про уважение выражение уважения по разному и в общении и в каких то действиях и в каких то учтивых комплиментах скажем так Тема эфира была заявлена как Уважай меня, ну, скажем так, мужское ожидание, да, такое Уважай меня. Да. <свы> Мы тут перед эфиром как-то, вот мне просто на память пришла фраза, ты меня уважаешь. Вот переходим. Эльвира, ты меня уважаешь? <свы> к изложению содержания ответа. У меня предложение к вам, дорогие друзья, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, сообщите нам, мужчины, прежде всего обращение к вам. Вы, уважаемые в своей семье. Я помню, у нас разные были звонки, разные были сообщения по поводу тех отношений, которые складываются. Ну, просьба выражена не только темой, а еще и желанием ее как-то расширить. И кроме того, что вас супруга уважает, каким образом она это делает? Вот это будет интересно и, наверное, полезно для женщин, да и для мужчин тоже восемь восемьсот триста тридцать это номер нашего прямого эфира вы можете нам позвонить и с нами поговорить рассказать поделиться teus. наш сайт для ваших сообщений и вайбер и ватсап плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят девять шесть так что звоните пишите будем ждать ваших историй ну, <с <с ну, звоните пишите ну, есть хорошо. звонок Но тогда сразу тогда к звонку здравствуйте слушаем вас Здравствуйте. Здравствуйте. А я Владимир. Да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Владимир. Вот на вашу просьбу по поводу по погоды можете порадоваться за меня. Ветер сильный, 8 градусов, холодрыга, рыга, ужасти. Спасибо, Владимир. <сík> <сík> да. а, насчет уважения. Вот знаете, вот я думал, думал, вот мой кот с трудом меня уважает. Нужно... Не, не поддается никак. Да, да, так вот четко не поддается, нет. Вот он уж воспитывается. Вот все время говорю, ты меня уважаешь против... после третьего стакана. Не, я шучу. Спасибо, Это да. Хуй, конечно. да, ну все, да. Спасибо. Да. Я Спасибо, живо представила Владимир. эту картину. Представляете, да. сидят за столом Владимир, и его кот. Напротив, кот, уже пустая посуда. Подождите, смотрите, у Владимира большой такой стакан, молока граненый. А у кота маленькая такая рюмочка молока. После, ты, после, после этого третьего. можно ли спрашивать? Уважаешь ли ты меня, когда все настолько несправедливо, да. В глазах кота должен быть такой немой укор и такой немой вопрос: что ж ты от меня хочешь после этого? Ну да, примите наши соболезнования по поводу такой температуры, но она вот действительно сейчас в основном небольшая. Но, может быть, нам люди из Ялты позвонят. Что там у нас творится? Что Вы творится у нас да? в, на Урале или э, дальше? Мне кажется, вот в, я не знаю, как там. Просто, если они позвонят, я буду считать, что там хорошая погода, поскольку вот в такую погоду самое то слушать радио. На мой взгляд, вот остальным заниматься чем-то очень э, сложно. Нет, может быть, что-то параллельно делать, но радио должно бубнить. Вот я считаю так. Побубним. Ну, Побубним вот, же, Сергей, да, сегодня да, да, да. мы вот этим и займемся этим таким э, важным э, делом, создающим вам комфорт. Может быть, немножечко тепла мы добавим, посмотрим, как получится. Ну, прежде всего, начиная эту тему, конечно же, нужно сказать, что вообще, да, вот э, мужчины и женщины, они по-разному заточены. Одни заточены на э, получение любви, другие заточены на, на получение уважения. Для женщин это вот такая, такое встроенное ожидание, этот функционал, он работает всегда. Если к ней не относится с, с какой-то заботой, для нее это очень такой сильный негативный сигнал обычно бывает. Елена меня смотрит прищуриваясь, я пытаюсь понять, что сейчас будет, но поэтому приходится. подождите, я еще свои аргументы выстрою. Хорошо, ладно, ладно, я жду. Но это обычно так бывает, то что частенько приходится оговариваться, что так бывает чаще всего, но правда всегда есть какие-то исключения. Ну вот для мужчин. Самым важным сигналом является сигнал об уважении. Но порой э, женщины даже не подозревают, что именно мужчинам будет. Э, либо давать это, как вот семафорить им об этом, либо давать им сигнал противоположный. Вы знаете, Сергей, порой мужчины не подозревают, да. что же им нужно от женщин э -э -да. и в чем заключается женское что уважение. Что будет для них знаком выражения. Это тоже правда но чаще... Кто из нас загадка тогда? Вопрос. Хо-хо-хо, мы все загадки, сплошные ребусы, ходящие на двух ногах, но вообще-то, так или иначе, все таки женщина заботу считывает. По-любому. Мужчина уважение точно так же считывает. Это вещи, которые чувствуются. Но мы будем говорить не о том, как это чувствуется, а скорее будем а, это дело немножечко выворачивать и делать это а, чем-то более-менее осмысленным, чтобы для нас с вами это было не на уровне а, только эмоциональном, где легко вполне себе и запутаться. Ну что ж, ваш запрос на Ялту так, был получен. Отлично. нам Написал Илья, Илья Богданов. Добрый день. В Ялте тепло и душно плюс 21. Объявили штормовое предупреждение, только что упали три градинки. Ждем продолжения. Илья. <laughs> так что, да. Шторм повсюду. Да, вот видите, прям что-то такое у нас, всю страну штормит. Вчера в подмосковье, ближайшем в городе Дмитров, у меня там коллеги работают тоже. Присылают видео град, просто с мячики для гольфа лупят по машинам. И я быстренько такая сообразила, что скоро это пойдет на Москву и бегом, бегом, домой прятаться. Так что берегитесь, друзья. Все равно, да, шторм где-то да, ходит рядом. Да. Ну и в отношениях а тоже шторм ходит рядом. Это бывает, да. И важно еще заметить вот что: что вообще язык, которым выражается уважение и которым выражается а, любовь он разный. И в этом смысле вот у нас есть такое конфликтное состояние между мужчинами и женщинами. И это важно тоже помнить. Ну и последнее, что, наверное, как преамбулу скажу такое, что если мужчина по какой-то причине не наблюдает в свой адрес уважения, потому что любовь может быть, вполне может быть безусловной, вообще она такой должна быть. И женщина склонна выражать именно любовь, потому что это ее язык. А вот уважение ⁇ это все-таки не безусловная штука, это то, что вообще по большому счету, конечно, нужно каким-то образом заработать, заслужить. Хотя здесь мы, конечно, сильно отличаемся от Азии, от Востока, где совсем по-другому это понимается. Там не должен мужчина ничего заслужить. Это просто априорно у него такая позиция. И на этом лишь основании он обязан получать, то есть ему обязаны выказывать это уважение. Но, тем не менее, мы все-таки большей частью с вами у нас азиопа, скажем так, и в этом смысле нам приходится учитывать не столько азиатский восточный подход к жизни и выстраивание отношений в семьях, сколько... Ну, вот европейский, скажем так, или ту помощь, которую мы с вами имеем. Так вот, мужчины, если вы не наблюдаете уважения, то нужно задаться вопросом, Почему вы не набрали кредит доверия? Почему э, что вам нужно сделать, чтобы уважение в ваш адрес стали выражать? Я сейчас правильно услышала. Я, для меня просто это шок. Я все ждала. Сейчас вы скажете. То значит, с женщиной, с вашей что-то не так? А вы тут, бац, и говорите: Мужчины, дорогие, подумайте над своим поведением. Да? Вы серьезно? Я серьезно. Я серьезно, потому что а, зачастую. Можно заканчивать эфир, я согласна. Друзья, если вы считаете, что эфир можно заканчивать, нам сообщите, мы поставим какую-нибудь легкую музыку и пойдем пить чай. Ну, конечно, была шутка, но я даже спорить с вами не буду. Как правило, это действительно так, и уважение, оно вот в наших условиях, в нашей действительности, оно должно быть заработано. Хотя справедливости ради, надо сказать, что его, оно легче будет зарабатываться, если мудрая женщина авансом будет что-то делать. Но нужно помнить, что это аванс. Не забывать, что с ним надо как-то разобраться. Пятого и двадцатого это вот. Здесь вообще получается какой-то круг. Если женщину не любит, она не уважает. Если мужчина не уважает, он не любит. Да. Тут один должен пожертвовать и дать аванс и посмотреть, что будет. Да. Если в ответочку ничего не придет, то беда. То да, но это нужно понять еще, что это же не история такая. Вот посадили картошку, закопали ее и через неделю выкопали. Это же тоже требует определенного времени. Если хочется кушать, все понятно, да, но бессмысленно ждать, что у тебя через неделю картошечка уже что называется заколосилась. Но у всего есть сроки. Да, И, но если вы э, вкладываете свой труд, если вы это будете делать, то обязательно будет, э, что называется, вам воздастся. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же я не хочет? Вы слушаете вы, передачу вы, 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 «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Итак, мы сегодня говорим на тему «Уважай меня», мужской запрос на уважение от женщины, от жены своей любимой. Друзья, делитесь вашими историями, что у вас в семье с уважением происходит. Вот Сергей перед заставочкой сказал такую фразу, что если вас не уважают, задумайтесь, почему вы не получили до сих пор кредит доверия. Да, почему его не наработали? Что вы не доделали? Вероятнее всего, вы делали, но что-то вы не доделали, скорее всего, так. А, ну, как может быть проявлено уважение? Вообще оно должно проявляться к статусу мужчины, к самому действительно его положению, потому что вообще все женщины говорят, вот подавляющее большинство из них, да, потому что не со всеми удается разговаривать, но с теми, с кем разговариваешь, что э, все время слышится совершенно определенное сообщение. Хочется, чтобы муж был опорой. Очень хочется, чтобы он был таким, э, на кого можно положиться – очень хочется видеть, что он может меня защитить от разных каких-то вещей, от разных там разного рода неприятностей. Так вот э, этот запрос, он он вложенный, он встроенный, он он э, от него никуда не убежишь. Он, он объективный. Это не субъективная э, хотелка каких-то там девочек блондинок, которые ничего не понимают. Это действительно потребность женская общая. Но если мы посмотрим и попробуем применить это в, нашей, в нашем разговоре, в нашей теме, то мы увидим, что это нужно развернуть. Если это разворачивать к уважению, то тогда о чем же идет речь? То нужно женщине увидеть, что а, вообще-то, чтобы на мужчину можно было полагаться, женщина тоже может к этому прикладывать свою руку. Раскройте же секрет, как? подходите гладить по головке говорить что у тебя все получится ну, 40 это... лет подряд вот это 40 лет подряд это сильно Эля а, а, а сильно еще и предыдущая мысль о том что нужно подходить и гладить по головке большего унижения придумать сложно поэтому вы получите совсем другой эффект вы получите а, взрывной эффект, причем он, скорее всего, накопится и выстрелит в какой-то не, неподходящий момент. Вы даже не будете ожидать. Поэтому я и говорю: раскройте же секрет, что в вашей голове-то происходит. Мне кажется, что мужчины, они, когда говорят, что женщина загадка, они не знаю, это афоризм какой-то или шутка. Потому что чаще всего мы, как открытая книга. По крайней мере, нас можно понять, что с вами происходит. Это вообще невозможно понять, вы же не разговариваете. Понимаете, мы разговариваем. Вот нам плохо, мы разговариваем, нам хорошо, мы все равно разговариваем. Мы всегда разговариваем. А вы молчите, и мы не понимаем, как вас вообще узнать, что у вас в голове происходит. Что происходит? Ничего. И молчит неделю. В смысле ничего? Нет, ну если ничего, в течение недели, то может репонацию сделать и посмотреть, там что-то действительно происходит или нет. Я предлагаю такой способ. Вообще, если серьезно говорить, то ведь на самом деле на кого можно положиться? Кто может выполнять функцию такого вот, что называется, вот, ну, что называется, такой скалы? Глава. Тот, кто ответственен. Но когда женщина принимает решение, когда она совершает какие-то действия и при этом не советуется никак, это первый сигнал для мужчины, что вообще-то его так не воспринимают. Не то чтобы со зла, ему, ему не важно. Это это сигнал-то невербальный, правда? И он даже порой мужчина в этом смысле не всегда понимает, что его не устраивает, ему не нравится. Бывали такие ситуации, когда вы что-то делаете, дорогие друзья, а у вас ваш муж почему-то взбеленился. Причем вещь-то может быть даже правильная. И вы не можете понять, а в чем дело. А дело-то в том, что вы даже хорошее решение принимаете без учета того, что он вот такой, вот он, что он у вас голова в вашей семье, в вашем доме, и это его как минимум отодвигает, а вообще это здорово принижает его. И вот это вот вот это нужно учесть. Сейчас другая история. Вот я, я это прекрасно вас понимаю, но обычно женщины с чем сталкиваются? Ну давайте какое-нибудь решение. Не знаю, нам нужен новый шкаф. Новый да. шкаф, все это сломался. Почини шкаф. Нет, его невозможно починить. Надо купить новый. Хорошо, купи шкаф, купи шкаф, купи, купи. Купи, 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 купи. Месяц купи, ничего не покупается. Тут муж приходит, а шкаф новый стоит собран. Ты со мной не посоветовалась? Да сколько ж тебя ждать-то можно, когда ты разродишься на новый шкаф? Да, ну вот вы Эли демонстрируете именно <с это. Слушайте, ну позиция в эфире не жизненная позиция, но да ладно. Нет, хорошо, оно действительно так, друзья, и это же очень все живое, и в этом смысле оно очень, оно максимально приближено к правде, к тому, в чем мы с вами живем ну может быть примем звонок а потом я скажу что я по этому поводу думаю алло здравствуйте а добрый день слушаем Меня вас зовут татьяна да татьяна здравствуйте вы знаете вот сергей сейчас сказал что э, надо женщине э, советоваться прежде чем что то делать да я правильно поняла правильно да? абсолютно да и вот я сейчас хотела с этим спросить и думаю правильно ли я поступила ну это уже дело Прошлое, можно так сказать, уже изменить это невозможно. Я с мужем не посоветовалась, когда за Господом пошла. Вот не было такого. И когда мы э, женились, это тем более тогда вообще никто ни о чем и не думал. То есть все собой, само собой разумеющееся было. И сейчас для меня э, это, в общем-то, сложная ситуация. Вот уже на протяжении 16 лет. И что в этой ситуации? Я неправильно поступила, не посоветовавшись с ним, идти мне за Господом или нет. И вообще, это его прерогатива. Спасибо. Татьяна, спасибо за ваш звонок и за ваш вопрос. Очень сложный вопрос. Очень сложный. О, вопрос. Ну, спасибо. Да. Вы, вы знаете, как непростые ситуации нам создать. Давайте я скажу, что я с мужской стороны вижу правильным нужно было сделать. Я же еще тут некоторым образом христианин и пастор, да? Я же с этими ситуациями тоже сталкиваюсь. Сталкиваюсь с ними не то, что прям все время, но, поверьте, с определенной чистотой. Во-первых, отвечая на вопрос Татьяны, я понимаю так, что вы стали христианкой, он не стал христианином, и вы продолжаете жить одной семьей. Вот как я картину вижу. Но если бы вы, вот как я думаю, я же не знаю, что у вас там было, потому что, как вы же не рассказали, что значит посоветоваться с ним, вы могли ему сообщить о том, что с вами происходит. Вы могли ему открыть свое сердце и сказать, что для вас это видится очень-очень важным. С точки зрения нормального мужчины, он должен был бы заинтересоваться тем, что с вами действительно происходит, а что вас так затронуло, что заставило вас изменить ваш образ жизни. Но он тогда чувствует себя в этой ситуации включенным, когда вы его просто ставите перед фактом, так или иначе. Для него эта ситуация становится ситуацией, которую он не может просто так перепрыгнуть. Его называется «не позвали». Ему ничего не сказали. Конечно же, я как пастор должен вам сказать следующую вещь, что, конечно же, доверять Богу – это, это привилегия. И слава Богу, что ваше сердце оказалось затронуто его голосом. Но в Писании есть совершенно замечательные слова, если муж с вами согласен жить, как вы помните в Новом Завете, да? он согласен с вами жить с э, христианкой, то не надо рвать отношения, откуда вы знаете, быть может, вы своим примером, своей жизнью приведете его к спасению, вы явите Христа. Но вот э, этот момент, он очень-очень непростой. Он действительно там, нужно на цыпочках двигаться. Но, на мой взгляд, было бы правильнее не прятаться от мужа, не просто сказать «я буду, а ты как хочешь». Ну, вот между вами и начинает возникать пропасть. А если я, расскажу, я рассказала, вот все вот такая ситуация, и можно даже сказать, сделала предложение, не хочешь ли ты там сходить со мной в церковь или еще что-то, не суть. И муж встал в позу и начинает там, допустим, да, запрещать, ходить в церковь, не знаю, ну пусть он будет атеистом, не знаю, вот. Но и тогда, тогда что? Но тогда, Нам а... нужно, значит, склонить голову и пойти за мужем, мы же слушаться тогда, должны. Тогда это называется скорее безответственная позиция мужа уже, потому что когда ему сказали, когда ему его ввели в курс дела, его позвали, он мог бы прийти посмотреть собственными глазами, а, а, а куда ходит жена? Может, она ходит, не знаю, там к, готовится к каким-то террористическим актам, даже непонятно вообще ничего. Пусть он посмотрит, а тогда уже будет принимать решение, тогда он будет судить. Понятно, что 16 лет назад это начало нулевых было. Вот, но а, это уже его, что называется, ответственность каким-то образом реагировать. Но на мой взгляд, вот ему это предложить надо. Дальше надо смотреть, что э, происходит. Совсем ли в своей жизни нужно совет, советоваться с мужем? Покупка нового шкафа и вопрос своей ну, собственной души и спасения – это ну, разные когда вещи. Когда вы покупаете полярные. салфетки и носки, ну наверное, наверное, не надо. А по поводу своей личности? Вы поймите, здесь же очень просто все, женщины. Вы же хотите полагаться на вашего мужа. А вопрос, чем, э, вопрос задается такой, а во всем ли нужно советоваться? Так вы же прекрасно чувствуете, чем более важен вопрос, тем больше он требует на самом деле вашего совместного э, участия. И значит, нужно советоваться. Советоваться это не значит, что ты вот, вот дальше делаешь абсолютно так. Господин сказал, все поклонилась в Пол, земной поклон и пошла делать совсем все. У нас давно не так. Такого же нет. И слава богу, скажу а, я, пап, да, что да. давно не так. Аллилуйя. Да. Но в этом смысле, мы же с вами, когда пытаемся понять, а нужно или не нужно, мы же должны увидеть. Я же только об одной вещи сказал, о том, что тогда мужчина чувствует к себе отношение. И это много очень для него значит. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупости он говорит, ваш народ. сердце такой же орган, как и иные. И под приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем эфир. передачи «Формула семьи». Сегодня у нас 1 июня. В студии Эльвира Чпенко и Сергей Толоконников. Мы говорим на тему об уважении к мужчине. Мужской запрос. Уважай меня. Есть одно сообщение. Я не буду зачитывать его полностью. Никита, я прочла. Спасибо. Но в целом Никита поддерживает мою идею. Считает ее правильный. Только я сейчас уже пытаюсь понять, какой именно о том, что шкаф можно самой купить и собрать, если муж не не делает, или что, или ожидания. В общем, поподробнее напишите, с чем вы согласны. Ну, Эля, а теперь к к шкафу. К шкафу. Что, на мой взгляд. Это действительно, это реальная проблема. Она не надуманная. Она действительно существует и существует очень серьезно. Да, и причем это касается не конкретно шкафа. Это в принципе позиции таких мужчин: тянуть, тянуть, тянуть и доводить женщину до такого состояния, когда она сама решает проблему. Не все мужчины так себя ведут, но очень часто они себя так ведут. Что можно сделать? Ввести эту ситуацию, во-первых, прояснить ее. Он за или против? Ну да-да-да, за, за, конечно, да, нужен шкаф, ну нужно, конечно, я же я не отрицаю. А нам его нужно купить, да, то есть или починить. Угу. Ну давай склонимся к какому-то варианту. Ты бы, ты бы на каком варианте э, настаивал? Ну я бы вот на таком. Отлично. Вот любой вариант, который выбирает муж. А дальше, а давай мы как-то вот... Посмотрим ну, как-то э, на свой календарик, да, на свои события жизненные и определимся. А когда этот шкафчик можно будет починить? Когда у тебя будет время? Ну, там сколько там? Две недели же хватит. Зачем вообще жена должна это говорить? Мужчина увидел сломанный шкаф, у него должно щелкнуть в голове, что нужно да, его да, починить или купить. щелкнуть докупить. в голове. Если не щелкать, Отлично. тут проблема глубже. А Проблема глубже. Ответ на заданный только что вопрос очень простой. Вы хотите полагаться на мужа. Если хотите, то тогда вам надо это делать. И это нужно делать иногда, чаще, иногда реже. Поверьте, мужчине тоже нужно делать какие-то вещи в отношении женщины, чтобы у нас в семье был э, комфорт, чтобы у нас в семье были отношения, а не просто ты должен, помнишь, вот тут вот расписывался, да, ты же должен, а, а где оно? Расписка кровью просто. Ну, желательно, <с? да, чтобы можно было как бы серьезно спросить с товарища-то. Вот, э, вот если отвечать на вопрос «зачем?», то вот ответ такой. А если, э, если муж, поверьте, все равно... Для большинства это сработает. И, 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 я хочу вам сказать, что если вы проделаете подобную штуку 3, 4, 5 раз, я думаю, что ч, ч, просто после пятого раза это будет исчезать. Хорошо, разовьем ситуацию дальше, потому что это, конечно, пример, это аллегория, но это вы сами сказали, что да, такое есть во многих семьях. Вот смотрите, выбрали, выбрали на календарике 14 не знаю, июня, Едем покупать новый шкаф, или там Едем да. чинить шкаф. Так, хорошо. Наступает 14 июня. Так. Действие женщины действие мужчины. Давайте. Эм... Мужчина должен встать и сказать: дорогая, поехали выбирать шкаф. Или там: Дорогая, меня не трогай, я пошел чинить шкаф. Если этого не происходит. Если этого не происходит, то э, жена вообще, на мой взгляд, вправе спросить: а что случилось? Это первый вопрос. Вы можете прям записывать. Вторым Хорошо. вопросом можно э, задать следующий. Вы услышите ответ. Если этот ответ будет, э, на самом деле не случилось ничего, у меня вот как бы... Настроение. Настроение нет. Грустно, э, грустно да. Э, ну, тогда сказать, что ну, мне тоже грустно, потому что ты же слово свое сказал. Это будет аргумент, поверьте. Для мужчины это работает. И если мужчина начнет валять дурака, можно сказать следующее: Ну скажи, а что тогда делаем дальше? Это третий вопрос. И если мужчина ситуацию будет. Он не будет ее заворачивать все время. Если он это делает, значит, у него есть какая-то другая причина. И как же до нее докопаться? Ну, Загадочные вы наши мужчины. Нет, вы копаетесь для начала в, вот в том, в чем можно раскопать эту всю ситуацию. Дальше, я считаю, можно просто сделать предложение, сказать, ну тогда давай сделаем следующее, давай мы купим шкаф, просто закажем его, и вот такого -то числа, там, например, это сделаем, нам его привезут, не надо будет чинить, если у тебя настроение грустное. Или попросим кого-то, ну так ты можешь взять на себя э, эти обязанности, вообще они как бы его, чтобы мы дальше не, не смотрели. Поверьте, второй раз съезжать при таком положении дел ему не захочется, потому что он прекрасно чувствует, что э, его положение начинает шататься, он постарается из этого шаткого э, положения выбраться. Ну, это нормально совершенно. Это, Сергей, если адекватность есть, а там, может, и дальше идти. Ладно, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это Никита. Да, слушаем вас, Никита. А, значит, дело в том, что медицинские... медицинские я прочла, слова, я слова, прочла, слова, не, не слова, надо это да. озвучивать. Я Все, прочла. А, значит, а, э, логика мужская. Подходит ко мне жена, говорит, а, хочу починить шкаф. Первая мысль, а я хочу зимнюю резину. А еще надо в отпуск, а еще надо помочь там маме, бабушке, а еще у меня нету на это времени банально. А еще нужен инструмент, а еще надо понимать, что там надо сделать, а еще надо поехать купить запасных частей, а это деньги, это время. И вот есть некий список приоритетов, и вот в этом списке шкаф сразу же занимает последнее место. После чего я говорю, ага, все, и на этом заканчивается. А, если жена пойдет и купит шкаф без меня, это прямое оскорбление. Потому что эти деньги уже давно распланированы и, а, как бы, что-то другое вылетит. Но например, вы же можете. Конце, вы же можете своей жене про приоритеты объяснить. Можете? А, не всегда это получается, и не всегда на это опять же есть время. Ну, просто она может не знать, например, что мне нужно вот срочно поменять форсунки в двигателе за 40 тысяч. Ну, забыл ей сказать. Ну, такое бывает, Никит. Но, с другой стороны, вот вы пытаетесь показать, что оно же бывает сложнее на самом деле, чем вот как мы пытаемся здесь а, со шкафом разбираться. кажется, что это легко. На самом деле, вот я согласен, это действительно все гораздо, гораздо сложнее. Надо разбираться, куда вот это вот ваше заявление, оно попало, в какой ящик и как да. далеко этот ящик находится. Но, на мой взгляд, вот Эля сказала, совершенно справедливую вещь но это можно объяснить и поверьте когда э, ситуация действительно становится такой э, она в свете то в большинстве случаев аргументы работают если э, при этом жена понимает что она все время оказывается с ее потребностями на последнем месте, после резины, форсунок, еще кого-то, еще чего-то, ну тогда это уже ситуация не совсем справедливая в отношении нее, согласитесь. Тогда, конечно, а она вот будет реагировать... Я не согласен, потому что мужчина думает за всю семью разом, и вот это вот резины и форсунки могут оказаться необходимыми, допустим, если живете в Иркутском, и вам нужно за 200 километров ребенка в больницу возить. Ну, раз, конечно. а машины нету. И вот А все почему? Потому что она пошла, купила шубу. Или, например, Никит... вы из-за этого... А вы в Иркутске живете? живете? Нет, я-то в Санкт-Петербурге. А, ну хорошо. То есть вам не надо за 200 километров возить ребенка? А, тоже надо, я за городом живу. А, ну вы за городом живете. Ну 200 километров до поликлиники? Ну, нет, можно доехать на машине. Не, да? ну, ну, давайте так. Никит, вы осложняете сейчас уже ситуацию до такой степени, что в ней... То есть, если ваша Она... цель показать, ну, что вот в ней это нельзя это разобраться, не и что всегда. вы будете... Ну, подождите, подождите, дайте я скажу. Если у вас цель сказать, что вы будете принимать решение всегда, без всякого учета желания супруги, ну, ваше мнение слышно. Но я вам скажу, что у вас будет. Все же понятно тогда. Тогда вы ждите просто, когда человек, который рядом с вами живет, он просто ему это надоест. Вот и все. Так дело тут не в том, что ее мнение или нет. Дело в том, что есть заранее запланированные вещи. Если она приходит после планирования, их уже некуда засунуть. Так дело вот в чем. Дело в том, что вещи, которые важны, вы же можете показать, что вот у меня вот такой вот список. Я, дорогая, могу включить вот это, но это будет, извини меня, 18 пунктом. Так, в принципе, оно так и получается всегда. Это будет 18 Да, пунктом. но если... Но если я ты хочу... подходишь к мужу, ты должен сразу понимать, что это будет 18 да. пунктом. Да, но если у вас жена будет всегда только 18 пунктом, смею вас заверить, она перестанет к вам подходить просто. Ну что же, у всех свои твоей... риски. Ну, вот вы выбираете свое, что можно сказать. Спасибо, спасибо вам большое за звонок. Ну, я понимаю Никиту с одной стороны, но с другой стороны мне кажется это немножко тирания. А... Я бы не хотела такого отношения наверх. Здесь действительно, ну, что справедливо, говорит Никит, правда, оно же не в воздухе все, мы не существуем а, совершенно как бы оторваны, вот сидим и ждем, у нас пустой блокнот. Думаю, а вот кто бы пришел бы и что-нибудь такое, вот, сказал бы, что бы сделать такого хорошего. Да, всегда есть какие-то заботы, но, а, Никит, вы просто так хотите видеть мир. Ну а где у вас место, на каком месте у вас ваша супруга, собственно? Если вы ей не очень доверяете с тем, что она не способна понять, что у вас полно забот, и вы не способ... она не способна понять ваших объяснений, что нужно поменять резину, заменить форсунки, а что совсем как бы неадекватное. Ну, если, если у вас не происходит вот этого взаимодействия, то, наверное, проблема в том, что вы его не выстраиваете. Вы делаете, как вам удобно, и все. Ну. Насколько я знаю, Никита по образованию или по работе связан с финансами. Так вот, я просто сейчас задумалась: вы говорите там отпуск, резина, туда-сюда. Но есть же какая-то бытовая жизнь? А если посуда вся разобьется, с полки упадет, вы будете тоже восемнадцатым пунктом это ставить и есть будете месяц из кастрюль, потому что нет денег на новую посуду. Я не знаю, ну, банальные ну, такие какие-то ну, примеры. По-всякому может быть, конечно. Тут вопрос в другом. Мне кажется, вопрос в том, а что мы делаем. Делаем мы что? Вот сейчас я говорю, во всяком случае, об уважении женщин, жен к мужьям. Так она, наверное, и пытается его уважать, когда постоянно подходит к нему советоваться. А футболить ну, ее, это чего добиваться? Чтобы ну, она перестала уважать? А, да, и, а футболить ее, это очень часто будет для нее сигналом того, что не хотят услышать ее. Они не хотят позаботиться. Причем она-то даже не... Шкаф ей нужен. Вообще-то не для того, чтобы... Это же не штука, которой можно... там Я не знаю, это же не помада, не, не парфюм. Это что-то другое. И это же не нужно делать эти покупки регулярно. В этом смысле есть какие-то вещи, которые да, да и шкаф подождет, в принципе, но только если на шкаф отводится там года полтора, чтобы его купить, мне кажется, это что-то тут ну не то консерватории что-то надо подправлять. У нас есть еще одно сообщение. Нам пишет Артем из Эстонии. Эльвира, вам как женщине легко говорить, что женщина открытая книга? Когда нам кажется, что мы вас поняли и начинаем делать так, как мы вас поняли, вы заявляете, что <со> что все не так? <со> да. Что все не так? Или что вы да, об этом не просили а по совершенно поводу уважения? верно. При начале брака желают совет до да любовь, а совета, согласия без того, чтобы посоветоваться, не будет. Ну я бы сказал так, если женщина открытая книга, осталось только криптографа позвать, который бы вот то, что там написано, мог бы объяснить. Слушайте, у вас хотя бы есть криптографы, а вы молчуны. Что с вами-то делать? А... Ларингофон подцепить или знаете вот устройство есть такое, да, что сигналы э, мысленные. Ты подумал, а сейчас Google разработала, а смартфон уже сделал там набрал голосово голосовой номер. Ты Дайте нам такое устройство, мы к каждому прицепим, и будет все замечательно. Ну, а женщины ищите. Я пока не знаю, в каком магазине это изобретение продают. С удовольствием ссылочку кину, как только выясню. Пока не знаю. Я знаю другое. Я знаю, что в общем найти э, ключи можно, и это не так трудно, как кажется. Иногда двух минут хватит одного взгляда и все перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете вы передачу «Формула семьи». Формула Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Продолжаем сложный разговор на тему уважения. уважения женщины к мужчине, потому что мужской запрос чаще всего это «уважай меня». Вот эм, я сейчас вернусь к тому э, вопросу, который задала Татьяна, позвонившая нам. Угу. Вот это уважение и на этом фоне хотел бы раскрыть такую тему, как уважение ценностей, ценностей вашего мужа. А кому-то кажется, что там футбол, ну что это опять футбол, там вот этот футбол, ну но если для мужа это часть его э, жизни, так оказалось. Что плохого вы видите в футболе? Не очень понятно. Если вы выказываете э, презрение к, э, к этому, то вы тем самым выказываете презрение к нему. А любить это на самом деле внутри ничего не чувствуя, э, это не лицемерие ли? Пожалуйста, люби футбол. Почему меня-то нужно на, на матчи на все таскать на эти стадионы, где куча орущих мужиков с пивом и с пузом, которые затолкают, растолкают и ну, ты оглохнешь там еще. Смотрите, мы же говорим об уважении, правда? Вот а, сходить можем на футбол, это выразить ему уважение. Вы знаете, даже вот вы понимаете, все люди вполне себе нормальные. Вы знаете, что есть разные матчи с разным количеством фанатов, с разной, скажем, скажем так интенсивностью игры и накалом. Вы можете э, сходить на какой-то матч, который не отличается, например, вот таким бешеным ажиотажем, да и опасностью какой. -то. В России это. Ну... В России <с да. Ну, ну, ладно. Ну хорошо. Допустим. Послушайте, ну есть куча девушек, которые сидят на хоккейных трибунах. Я просто удивляюсь, это просто огромное количество их. Ничего, никто еще от этого не пострадал. Но э, я про другое. Вы можете один раз сходить, при этом сказав, что слушай, я немножко опасаюсь того, что вообще могут быть неприятности. Если мы с тобой, э, ты вот мне обрисуй картину, как оно будет. И если муж нормально, он позаботится, чтобы вам был безопас, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Э, с другой стороны, вы можете ему сказать, слушай, ну... Вот у тебя есть увлечение, я его не совсем понимаю. Я вот готова с тобой там посмотреть матч по телевизору, если уж вы совсем не хотите идти. Но я говорю сейчас о другом: вы не обязаны разделять все ценности вашего мужа. Вот это я и хотела услышать от вас. Вы Одно не... дело ну, принимать, другое дело разделять. Да, но, но вы при этом не должны же его говорит, да что же это за ерунда-то такая? Ну, конечно, так делать не стоит. Ну, ну вы, вы просто, вы обижаете человека, вы обижаете его, и он не может это отделить, например, от себя. Когда оскорбляются наши вкусы, для нас это почему-то намного болезненнее, чем когда оскорбляются наши точки зрения. Почему так? Не очень понятно, но это факт. Это трудно переносимо. А, если ваш муж не разделяет вашей точки зрения, например, на вашу веру, не надо а, унижать его, что вот он такой плохой. Вы уважать его должны, а не унижать. Это немножко разные вещи. Я бы И сказала, именно... это немножко разные да, вещи. Но... <laughs> его самого будет делать человеком, который будет как раз стараться о вас заботиться. И это позволит ему в какой-то момент как раз наоборот отнестись более серьезно к тому, во что верите вы. Например, такой знаменитый человек, как... Ох, ох, я вспоминаю его друга Карла Барта, а самого этого человека, это Дитрих Банхёфер. У Дитриха Банхёфера была верующая мама, а папа его был, он был одним из самых известных психиатров в Германии, папа был неверующим, он не был христианином. Но они помнят своих родителей только вместе, они помнят своих родителей, как и все об их родителях говорят, так что они не расставались на один день даже. Вот каким-то образом вера этой женщины, тем не менее, и она, она была деятельной, эта вера, она пригласила в свою семью в качестве воспитательниц девушек, которые были очень глубоко религиозны такие хернхутеры, которые были очень... Они действительно, у них очень, очень аскетичный образ жизни был. Это были воспитательницы детей банхеферов, и отец не возражал. Понимаете, что вообще даже в такой очень сложной... Это одна из самых сложных ситуаций, которая может быть в семье. Однако они умудрились жить в мире. Это можно. И не просто жили в мире, знаете, как собак с кошкой. Главное, их растащить подальше. Благо, квартира большая, разные помещения. Нет. Эти люди друг друга уважали, любили и ценили. И уважали взгляд друг друга. Вот это об уважении ценностей. Когда мы говорим об уважении к мужчине, то мужчине ценно, что а, его усилия а, оцениваются положительно. Когда он совершает ошибку, он это тоже прекрасно знает, он это понимает. А, если вы знаете, если вы будете подтрунивать и э, над ним шутить, то ну, самая мягкая реакция, он просто немножечко закроется. А, а вообще-то это, конечно, не доставляет ему никакой э, радости. И, и, и уж точно ему это сигналит не об уважении, ему это сигналит совсем о другом, о том, что вы как раз-таки не уважаете его. То, что он мог сделать, да, он поменял форсунки, резину, возит ребенка за 200 километров в больницу. Если это никак не оценивается с вашей стороны, то, конечно, это для него тоже грустновато. И вот мы возвращаемся к фразе, которую я сказала в начале эфира, что все это делают, это кольцо, это палка о двух концах. Нет одного, нет другого. Почему? Не ну, оценивает да. женщина, не, это значит, что ну, нет сич... уважения, нет уважения значит нет заботы. Смотрите. Нет заботы значит и начинается. Ну, давайте так, давай, вот, вот, Эля, давайте очень просто подойдем. Если муж это делает, это значит, что он не бездельник. Если муж а, заботится о ребенке, это значит, что он любит. Это значит, что он понимает, а, что нужно делать. И не просто понимает, но как такой мыслитель, он все хорошо понимает, он делает это так или иначе должно быть для него... Видно, что вы благодарны ему. Простая благодарность. Когда говорят, что нужно хвалить, я, честно говоря, здесь теряюсь, потому что на меня похвалы действуют негативно. Для меня благодарность является адекватным выражением. Но для кого-то похвала вот прям в тему. Но я считаю, пробуйте, мы все разные, да, ну, хоть как-то выразить, что вы замечаете, что делает ваш супруг – можно же, наверное. У нас есть сообщение прочтем. Никита пишет: А еще меня умиляет, когда подходят и говорят: Сломался унитаз, надо починить. Так чего ты вообще ко мне подходишь? Ты же не за сантехника выходила. Вот это женское непонимание мужчин иногда выносит мозг, особенно когда да. пелёшка не по делу начинается. Никита! Представляете, вы тоже женились не на поварихе, не на э, уборщице, не на, не знаю, мастера стирки в э, химчистке и так далее. Можно ответить, да? Можно, пожалуйста. Я горю просто. Эля. Когда женщина подходит вам и говорит, сломался унитаз, надо починить, она не не ждет от того, что вы сейчас, не зная, как все это устроено, возьмете гаечный ключ и пойдете чинить. Просто решите эту проблему. Вызовите сантехника сами, поговорите с ним, сделайте что-нибудь, найдите денег на ремонт, но ее да. это не должно касаться. Да. Вот. Ну, 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 конечно же, ну а какой тогда вариант? Женщина же не должна чинить унитаз. Она ждет хотя бы минимально. Хотя бы какой-то отметины, что вы услышали, и что, ну, что вы когда-то будете это решать. Ну, когда-то. Приблизительно хотя бы в этом году. Да. Это но... очень будет тяжело жить без унитаза. Но год, я но... думаю, но... что Никите тоже будет непросто жить. Ну, может быть, как вернемся в 19 век, горшки будут, там, ночные вазы, всякое разное. Но, но Женщина в этот момент, конечно, да, для женщины трудно понять, что мужчина воспринимает это моментально к действию. Но мужчина же, нормальный адекватный мужчина, может это поставить в очередь, причем понимая, где срочность и, 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 и что будет важнее сейчас для решения вот этих семейных каких-то вопросов, задач, где это в списке окажется. Она ждет вашего участия. Это так просто. Я не понимаю, как, как можно игнорировать такие просьбы? Как можно игнорировать... Вот о чем я и говорила, про шкаф и прочие-прочие ситуации. Никогда женщина не будет уважать мужчину, который не может решить вот такие бытовые запросы, потому что она свои бытовые запросы, вернее, бытовые запросы своего мужчины решает. Я имею в виду эту... Ну, если оптики, решает. Как... Ну, чаще всего, Если да. решает. Чаще всего да, но вот... Ну, мне э, кажется, жена Никита решает. Ситуация такова, что я говорю, что мое поколение, многие мужчины учили своих жен готовить. Вот это что же загадка природы? Вот, вот но мы и работать начали, так что... Ну, друзья, все на самом деле можно решить ко всему можно подойти вполне себе разумно. Это тоже еще одна вещь, которую нужно учить женщине, когда она имеет дело с мужчиной. Потому что его рационализм, он на первом месте, во всяком случае должен быть, да, если мы о правиле говорим. Так вот, мы с вами, говоря обо всем этом, говорим о том, что мужчина...